Здравствуйте. Проведем сегодня два брейка по одной коробке Panini Black Gold, как я и говорил, после 17 часов. Вот уже 17.01, время сайта. Не принимаю ставки, неожиданно я участвую вместе с вами. Сейчас пройдем рандом. Рандом. Так, две группы по 9 команд, то есть 18 команд, 18 участников или мест, 18 мест, 18 команд. Так, вот, участники 18. Итак, сколько раз кидаем? 11 раз. Ну, погнали, 11 раз участников. 1, 2, 3, 4, 5, 6 раз, 7, 8 раз, 9 раз, 10 раз, кубиков всего 11 times, 18 мест. Забабахаем их сюда. 18. Можно уменьшить маленько. Чтобы в одну эту влезли. Не влазит, ну ладно. Итак, далее у нас что? Далее вот эти 18 команд у нас не разыгранных. Так, снова кидаем кубики 7 раз и начинаем. 1 2 3 4 5 6 7 раз. 7 раз. Копировать и вставить. Так, вот наш рандом. Первая коробка, рандом номер 1, 18 команд. Да, вот участники. В принципе, давайте не буду зачитывать. Смотрим, и можно паузу будет поставить сейчас. Вот участник, команда. Небольшую паузу сделаю, чтобы каждый свои команды нашел. Тут как бы я участвую, я даже запоминать не собираюсь, кто мне выпал особо. Ну что, все, с этим мы делаем так. Маленько сейчас сдвину, чтобы место свалилось. Итак, вот наша коробочка. Оп, упала. Упала наша коробочка. Сейчас сяду по-нормальному. Black Gold. 8 карт. 2 пакета по 4 карты. Удачи нам. Надо хотя бы что-то хорошее достать. Ну, прям очень хорошее. Эх, и даже я участвую в этом безумии. Так, картонки приготовил. Это я у Андрея посмотрел. Его новшество. Прятать картонки. Ну что, сил нет у меня. Надо еще как-то открыть так, чтобы незаметно было. Так делаем. Оп, даже сверху картонку. Вот и не видно.
фокус с перемещением и картонками. Правильно, хоть как ногами. Так вот. Вот так вот ничего не видно. Так, вся броня готова. Теперь мы картонки еще дальше оп, сделаем. Фокус-то с четырьмя картонками должен быть. Итак, первая базовая карта. Марк Янко, Базель. Такая карта. Так, далее. Бакари Санья, Франция. Вторая базовая карта. Карты довольно толстые и симпатичные. Так, далее у нас картонки идут. Так, оп. Фокус с картонками Дэвида Копперфилда. Хотя можно там подсмотреть, конечно. Так, тираж. О, тираж 75 из 75. Роберт Алмер, Австрия. Вратарь Австрии. Номер 75 из 75. Вот такая карта. Далее. Далее смотрим номер. Тоже из 75. Номер 13 из 75. Матиас Дельгадо. Снова Базель. Надо же. По-моему, Базелю вторая карта. Да. Марк Янко был. И теперь вот Матиас Дельгадо. Две карты по Базелю. Из вот этих товарищей Бакари Санья, наверное, самый такой знаменитый парнишонок. Так, фокус с картонками. Оп, никто не заметил особо, ну ладно. Первая плита. Атлетико Мадрид, Диего Годин, звезда. Ох, толстая карта. Атлетико Мадрид, Диего Годин. У них вот уголки надо смотреть. Уголки, конечно, у них карт страдают, но они вот красивые, да. В прошлый раз Man of the Match я вытаскивал, вот раз вот звезда попалась. Первая моя звезда, надеюсь, не последняя. Вторая карта. Здесь, наверное, Man of the Match. Англия. Man of the Match. Дэнни Дринквотер. Не знаю, в каком он матче так отличился, Man of the Match, но есть он. Лестер Сити, 15-16 год. 29 марта 16 года. Ла-ла-ла-ла. Man of the Match против Нидерландов. Это он еще в сборную Англии вызывался иногда. Так, ну что, автографы. Ну давайте автографы. Хоть что-то нам такое хитовое. Так, кто это у нас? Это у нас перевернутая нога чья-то. Эх, Рафаэль Сантос Борре. Это Колумбия. Колумбиец молодой. Автограф. Вот такой вот колумбиец у нас. Конечно, вдруг он станет звездой. Тогда этот автограф взлетит в цене, но пока он не блещет где-то там в Южной Америке, где-то, мне кажется, он болтается. Ну что, еще один автограф у нас. Это Бастиан Швайнштайгер. Меморабилия автограф, кусочек, беленький кусочек,
автограф вот такой вот расписной. Ну, это вот, считаю, отличный автограф. А я не знаю, даже Германия не посмотрел, кому досталось. Он на рандоме, что ли, было. Бастиан Швайнштайгер. Вот мы закончили первую коробку вскрывать. Сейчас краткий обзор, и буквально через 5 минут я выйду снова в эфир. Итак, что мы имеем? Две базовые карты. Бакари Санья, Франция, и Марк Янко, Базель. Две тиражные карты. Снова Базель. Матиас Дельгадо из 75. И вратарь Австрии Роберт Алмер. По Базелю две карты досталось. Так, плиты. Англия, Дэнни Дринквотер, Man of the Match. И звезда Диего Годин, Атлетико Мадрид. Красивые карты. Не знаю даже, может, я соблазнюсь собирать вот эти звезды Man of the Match. Очень красивые. И два автографа на молодой колумбиец Рафаэль Сантос Борре. Надеюсь, когда-нибудь станет суперзвездой, как Хамес Родригес. И автограф джерси Бастиан Швайнштайгер, сборная Германии. За сборную Германии он закончил. Где-то пылит он в Америке. Ну что, не прощаюсь. Скоро выйду в эфир. До скорой встречи.